Это ваша работа? Да, это моя работа. Я начинающий художник. Супер, вы сами себе рисовали. Рост пошел. Это холодный батик. Супер. И я думаю, что такие работы... А Супер. Батик — это роспись шелка, это неповторимые, это эксклюзивные работы, потому что вот если взять, к примеру, здесь сочетание вот этих красок, если рисунок можно нарисовать здесь или здесь, то переливы вот этой краски, сочетание краски, это можно сказать, как это все душа говорит. Супер. Да. Глубина твоей души. Как бы не было грустно, как бы не было нам сейчас тяжело в это время, но в глубине каждого человека есть что-то прекрасное, и вот это прекрасное я никогда не планирую краску, какую я буду расписывать. У меня это все идет из души. В процессе из души моей. Я могу целый день писать. Об этом вы нам расскажете все завтра.